Коротыш пятый. Вдумчивый. Джо Лансдейл, контрольный звонок. Алло, это я. Все сделано? Да, дамочка, все сделано. Он долго мучился? Ровно столько, сколько ты и хотела. Как насчет моих денег? Сперва ты должен мне все рассказать, помнишь? Мне не нравится болтать о таком по телефону, это палево. Это одноразовый мобильник, я звоню тебе с него первый и последний раз. Ну же, давай, я слушаю. Это было медленно. Он страдал безмерно. Он рыдал, говорил, что не знает тебя. До последнего пытался вымолить прощение. Знаешь что? Что? А он меня и правда не знал. Ты что, меня подъябываешь? Нет, я не его жена. И я не заказала его тебе, потому что он меня избивал. Но ты же говорила, ты показала мне фотографии. Ты не поверишь, какие в наше время можно сделать чудеса всего лишь с помощью длиннофокусного объектива и программы Photoshop. А еще я хороший разводила. Мне все равно, кто он, что сделал и были ли вы с ним женаты. Ты должна мне 5000 баксов. Ты сказала, что когда все будет сделано, ты мне заплатишь. Я его выбрала наугад. Последила, раскопала о нем кое-чего, а потом нашла тебя. Просто интересно было узнать, купишься ли ты, пообещай я тебе денег. Я ведь даже тебе не дала аванс. А я знаю, где ты живешь. Ты думаешь, что знаешь, где я живу? Ты даже не знаешь моего имени. Ты зачем это делаешь? Потому что могу. Сука! Да. И, кстати, это у меня не одноразовый мобильник. Просто на него нельзя позвонить. А вот с него можно. Твой номер в памяти. Я отошлю его завтра по почте в полицию. Повяжут меня, вычислят и тебя. Да ты понятия не имеешь, кто я. Можешь смело закладывать. Они все равно будут копать не в тех направлениях. Как ты уже, наверное, догадался, я вообще могу быть не женщиной. Ты ведь не заглядывал мне в трусики, верно? Ну что ж, ладно. Это было довольно возбуждающе, балбесина. Возбуждающе для меня, а? Ну, бывай. Эй-эй-эй-эй-эй, алло, блять. Конец рассказа. Перевод Павла Павлова, читал Владимир Князев. Озвучено специально для паблика экстремального хоррора.